Когда мы в последний раз признавались себе, что жизнь прекрасна и удивительна? Наверняка давно. Порой мы так увлечены своими заботами и делами, что не можем остановиться, посмотреть вокруг и насладиться тем, что нас окружает. Меня зовут Жанна, у меня есть лучшая подруга. Мы постараемся объединить все то, что может сделать нас чуточку счастливее и свободнее. Мы поговорим о том, что волнует каждого из нас, спросим советы у специалистов, побываем в интересных местах, ну и, конечно, поговорим с интересными людьми. Одним словом, мы постараемся создать хорошее настроение и зарядиться позитивом. Вообще все желания исполняют, не только наши, да, не только мои желания, а также желания детей из Торжокской школы-интерната. Вот уже более 16 лет наша команда «Татиус», наши клиенты помогаем детям в исполнении их желаний. И вот в этой волшебной корзиночке посмотреть открыточки, кстати, их можно вообще просто открыть и почитать. И что вам приглянется, что будет ближе к душе, то и взять. Такая мечта элементарная – плед, одеяло, футбольный мячик, косметика, настольная игра. В первых числах января, мы еще точно не решили, какого числа, отвозим это детям. Фото, видео, отчет я всегда предоставляю в Инстаграме, на нашем аккаунте. Каждый из вас может прийти, у нас стоит барабан при входе в Татиус, может кинуть любую денежку. Завершается еще один год. Вот каким он был для Татьяны Казаевой? Этот год был для меня лично, для Татьяны Казаевой, годом проверки. Люди, которые сегодня от меня ушли, наверное, хочу им сказать спасибо. Я хочу хороших, талантливых мастеров со своей клиентурой. Я хочу развивать сеть салонов «Татиус». И чтобы люди здесь получали хорошие заработки, были довольны и благодарны мне. Бриллиант должен быть в оправе. Когда мастер классный, у него хорошие работы, но он сидит где-то, пилит, ну, образно говоря, дома. О, подвальник. Ну, не в оправе этот бриллиант. Его даже не видно. Да, и бриллиант ли это? Обращайтесь ко мне, приходите на собеседование, не бойтесь. Я вам все расскажу. У меня сегодня очень хорошие условия и оплата труда. Я сегодня хочу пожелать всем в новом году счастья, успехов, процветания, любви, радости, благополучия, здоровья. Пусть Господь Бог оберегает и защищает каждого из вас. Поздравляю с Новым годом и Рождеством. И до новых встреч!